А теперь от нас акция бесплатно померить температуру. Очередь в Айкике. Вот так люди стоят, чтобы попасть в магазин. Больше нельзя, меньше тоже. Привет, друзья! Мы находимся в Турции, в Кемере. И как вы думаете, какой самый популярный магазин здесь? Это магазин в Айкике. В Айкике здесь три магазина. Один находится рядом за мечетью. Второй находится, если идти от мечети, в сторону Анталии. Это примерно 300 метров пройти. Это два самых крупных магазина. Еще есть магазин поменьше, он находится на центральном Арбате. Вот всего магазинов три. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, есть одежда мужская, женская и детская. И сейчас мы сделаем вам небольшой обзор по этому магазину. Во всех трех магазинах разный ассортимент. Если сравнивать, то могут и по цветам, и по моделям различаться. Поэтому рекомендую посмотреть все магазины. Один очень хороший способ поменять валюту, очень выгодно, евро или доллары, какие хотите, это магазины в Айкике и Мигрос. Вы даете им на кассе доллары или евро, они по выгодному курсу вам меняют. Вы покупаете покупку какую-то и вам сдают сдачу в турецких лирах. Вот, например, мы покупали несколько вещей, 20 долларов у нас получился обменный курс 8,82. Заплатили, ну, в Айкике это очень известный фирменный магазин, который очень дешевые и качественные товары продает для детей, для взрослых. И здесь вы тоже можете посмотреть, значит, курс обмена очень тоже хороший, 8,76. 8,76. Купили примерно на 20 евро товару, остальное нам дали турецкими лирами. Очень выгодный курс обмена. А в обменниках средний курс обмена это где-то 8,55-8,56 по кемеру. В связи с сыпит обстановка везде. А на входе в магазин меряют температуру и обязательно нужна маска. Вот Сережа заходит, померили температуру и мы идем тоже. Такая яркая курточка. Ассортимент за две недели значительно поменялся. Вот как бы все время приходим и появляется что-нибудь новое обязательно. Сейчас по сезону уже появились куртки, появились худи, появились свитера разные. Такое худи сейчас со скидкой идет 29 лир. Это 300 рублей на наши деньги. Спортивные штаны 800 рублей. Качество нормального. Сереж покупал в прошлый раз. Стирается отлично, носится отлично. Большие какой-то. Нет, нет. Там что-то маска не видно. Носочки детские вообще дешево. Три пары 40 рублей. Вообще у нас есть такие деньги не купишь. Видишь, они сейчас это самое. Здесь раньше торты висели. Уже другая коллекция. Уже все, шорты продают никто. Зато куртки появились. Цены достаточно лояльны. Вот шапки, видишь, совсем дешево. 200 рублей такая шапочка. 19 турецких лир. Давай, вот такой цвет еще есть. Обувь вот такая. Стоимость
99, 1000 рублей. Курточки всех цветов радуги есть. Мужские 169, 1690. Жилеточка. Вот как у жилеточка 1300 вот рублей. Нет, это синтепон. Да? Да. Такая безрукавка есть. Под велюр. Мужская. 169 лет, 1600 рублей. Худи. 89 лир, 800 рублей. Такая худи 69 лир, 700 рублей. Обувь вся по 100 лир, 1000 рублей. Вот худи уцененная 69 лир 600 рублей. Очень даже ничего. Мужские рубашки 69 лир 700 рублей. Вот такая симпатичная рубашка. Тоже 69 лир 700 рублей. Пижамки где-то в среднем стоят около 1000 рублей. Есть шортами, есть шорты с футболкой, есть с длинным рукавом. Чемодан, кстати, хорошо качество, как у нас. Долго мы уже ездим. 259 лир, 2500. Но вот это подешевле, но они ломаются, эти чемоданы. Вот такая футболочка. Балахон. Сколько стоит? Стоимость 59 турецких лир, 500 рублей. Курточка 59 турецких лир, 500 рублей. Ветровочка. Идет с рантом 1400 рублей на наши деньги. И ветровка тоже. 129 лир, 1200 рублей. Шапка 24 лир, 240 рублей. Ботинки нарядные есть. Ну, это, я думаю, для подростков подойдет. 99 лир, 1000 рублей. Вот такой вот шапка вам, видишь? Нет, такой не надо нам. Рубашки полосатые 59 лир 590 рублей. Кофта из махера, покажи. Вот. 59 лир 600 рублей. Вот такие рубашки есть. Пляжные. Девять лир 600 рублей. 79 лир 700 рублей. Вот рубашка хлопок 59 лир 600 рублей. Кое-что есть, но не все, конечно. Вот футболочки есть разные. А это худи. Подержи. Вот такая худи. Стоит... Синтетика. Сплошная. Какая это хлопок, Сереж? Что с тобой? 600 рублей за наши синтетика. Деньги. И вот их здесь много разных видов. Есть с капюшоном. Подержи, я покажу. Вот такая симпатичная с капюшоном. 600 рублей.
Много-много цветов. Желтые, розовые есть, полосатенькие, белые. Волосатая такая кофта тепленькая. Это из махера связанная. Стоит 69. 700 рублей на наши деньги. Чистый махер. Вот такая рубашечка. 59 лет, 600 рублей. Белорусский. С бахромой вот тут есть. Пыльник такой. На пляж ходить. От пыли, что ли? Да. Такой пыльник стоит 79 лир, 800 рублей. Брючки. Вот такие брюки. Цена. Брюки стоят 79 лир, 700 рублей. Шортики. Юбочки. Цена халявная. 39 лир, 400 рублей. Такие юбочки. Тоже 39 лир. Шорты. 69 лир, 700 рублей. Платья-сарафаны. Такой сарафанчик. Хлопок. Уцененный сейчас. А это не сарафан, это комбинезон, извините. Комбинезон такой. Стоит 600 рублей на наши деньги. Платьечко. 89 лир, 900 рублей. Джинсовая куртка. 129 лир, 1200 рублей. Джинсы 600-700 рублей на наши деньги. Такая рубашка. Шитье. Все дети лир, 600 рублей. Дорогие гости, убедительная просьба соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и использовать маски во время покупки. Будьте здоровы. Белье есть. Женские трусы 39 лир. 400 рублей. 400 рублей. Бюстгальтер 600 рублей. 600-700 рублей. Есть пижамки. Пижамки начинаются от 600-700 и выше. Нет, 53. 53. 500 рублей. Халява. Шерстяные. Пижамка. 700 рублей. Штаны. И кофточка. Вот тоже. Вот такая пижамка, видишь, с шортелями. Да. Такая пижамка. Стоимость со скидкой. Такая пижама. Футболка. Плюс брюки. 59 лир, 600 рублей. Купальники. Бюстгальтер 39 турецких лир, 400 рублей. Плавки также стоят. Цельный купальник 600 лир. Вот такое пляжное платье. Цена 29 лир, 250 рублей. Жакет 59, 500 рублей. Да? Видишь, как тебе повезло. Свитерок такой. Ничего, симпатичный цвет. Приятная расцветка. Твои купальники всех размеров. Есть большие, такие длинные, есть короткие.
каких хотите. Это специальный женский отдел, народ давится там. Смотрите, как он там все профиля разбирает. Попыльники. Пыльники есть народ любые размеры, есть блестящие, есть кружевные, есть шерстяные. Какие хотите, такие покупайте. Стоит примерно одинаково. Есть даже вот такие. И шерсти, шерстяные какие-то. Ну, я показываю на обратном этом, на обратной стороне. Другой магазин? А в другом магазине там есть? Такую зебру покажу. 8-я касса свободна. Детские маски. Седьмая касса свободна. Mm-hmm.